Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Чихуашка Фреш. И сегодня у нас арт-абсурд, часть вторая. Поскольку Катя мне прислала идею для арт-абсурда. Ну что ж, значит мы рисуем. Да ё-моё, дебильная обучалка. Хорошо, у нас была кошка. Ой, Катя отправила девушка с кошачьими ушами и сидящая на доме. Я, короче, чуть-чуть за кадром порисовала, чтобы видео не так долго длилось. Ой, ё-моё, я сейчас с руками промучаюсь. Я наконец-то закончила рисовать эту девочку. Ну, я за кадром порисовала, потому что... Если бы я рисовала на видео, то сейчас бы видео продлилось на минут 20 или 30. Потому что я очень долго с руками. Ну что ж, у нас следующий получается. Так, я слой поменяла и начинаем рисовать. В Иркутске несколько человек заболели, говорят. О чем с вами поговорить, даже я и не знаю. Молодость.
Ну что ж, я надеюсь, вам музычка понравилась. Продолжаем рисовать дальше. Кстати, эта песня называлась «Август». Наверное, кто-нибудь знает ее. Да ее, наверное, все знают. Что ж, я сейчас закончу это обводить. Ну что ж, я обводить закончила. Все ненужные контуры стерла. Вот только я забыла ей мордаху нарисовать. Вот хорошо, глаза нарисованы. Посмотрим, что у меня получилось. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока-пока!